В этом году Макеевке исполнится 320 лет. Представители городских властей приготовили для людей настоящий сюрприз. По их словам, к празднованию Дня города улицы, парки и скверы преобразятся так, что их не узнают даже коренные жители. Сегодня, по мнению макеевчан, далеко не все городские скверы и бульвары пригодны для отдыха. Жители говорят, фонарей мало, лавочек хватает не на всех, а в центральном парке аттракционы давно устарели. О том, что в Макеевке грядут перемены, слышали, поэтому заинтригованы и строят по этому поводу свои предложения. У нас в городе один фонтан, и как-то тоже очень мало. И аттракционов, может быть, хотелось побольше каких-то. Увидеть каток, который, как обещали, в парке построить. Не знаю, идет там строительство, не идет, не видел. Что еще бы хотелось увидеть? Освещение на улицах хотелось бы увидеть. Для молодежи чего-то побольше, по крайней мере, чтобы молодежь где-то могла собраться, а не как там у нас на углу стоят толпой, от безделья скучают. Все это в городе будет, и уже совсем скоро, заверяют в управлении архитектуры. Первым делом возьмутся за дворец детского и юношеского творчества. Фасад отремонтируют и покрасят, а возле здания реконструируют площадь. Изюминкой архитектурной композиции здесь станут солнечные часы. Вокруг них установят фигурки знаков зодиака. Но только на реконструкцию фасадов 1 825 000. Это только фасады. Солнечные часы 300 000 заложено в бюджете. Ну и плюс порядка тоже 300 000 на восстановление благоустройства. То есть это немалые деньги. Но и объекты, конечно, значимые, и объемы работ там достаточно большие. Без внимания архитекторов не останутся также площадь Гребенниченко и бульвар Горбачева. Там установят лавочки, декоративные светильники, положат новую плитку. После реконструкции эти мини-парки смогут составить достойную конкуренцию Донецкому бульвару Пушкина. Удивят макеевчан в этом году и новыми клумбами. В цветочной композиции коммунальщики обещают вложить душу и 600 000 гривен. Мы меняем формы клумб, меняем рисунки, стали подходить с более творчески, более с другой выдумкой. Вот. А цветы практически те же самые. Это петуния, это тагетис, катарантус, это из более новых, которые мы не практиковали сажать. Это канны, это сектриазия, сальвия, цинерария. Обновят ко дню города детские и спортивные площадки. На это местным бюджетом предусмотрено 1,5 миллиона гривен. А самый грандиозный проект собираются воплотить в Центральном парке. Подробности реконструкции архитекторы обещают рассказать в ближайшее время. Злата Байрачная, Владимир Ребриков, «Панорама».